Всем привет! Сегодня мы на даче. Сегодня у нас 18 ноября. И у нас закрытие сезона. Сегодня я хочу вам показать, как зимует у меня лаванда. Я вот недавно... Вот моя лаванда. Там еще немножко. Не лаванда, а черенки лаванды. Как я и почеренковала. И вот в таком виде она у меня уходит на зиму. Зимовать. Вот так она у меня будет. То есть я ее не укрываю. Ничем не присыпаю. Вот так. Вот так я ее оставлю до весны. И дело в том, что недавно я прочитала, одна девочка рассказывает, что она так же сама почеренковала лаванду и рассказывает, что черенкует лаванду на солнечном месте. И на солнечном, и плюс еще проветривала, чтобы она... И укрывает. Она ее укрывает, там, я не знаю, коробками, агроволокном. Как всегда, не вовремя звонит. Вот. Что я хочу сказать по поводу того, что она черенкует на солнце. Вообще, в принципе, как для меня, как говорится, как формула. Черенковать надо не на солнце, а в тенечке. В тенечке или полутень. Ну, идеально будет, если это будет тенек. Что бы вы ни черенковали. Лаванду, я не знаю, розы, гортензии, да? Туи, можжевельники и так далее. Все черенкуем в тенечке. Почему? Потому что... На солнце она высохнет. Я когда первый год начинала, я вам сейчас покажу. И я, ну я еще не знала, я черенковала у себя на клумбе. Клумба у меня на солнце. И думаю, ну пусть, чтобы без пересадок было, пусть оно у меня тут и черенкуется. Вот на вот таких, на солнышке, в общем. В общем, почеренковала, приезжаю, все засохло. Поэтому я, как говорится, советую черенковать все-таки в тенечке. Чтобы не зря было потрачено время. И, как говорится, чтобы наверняка. Вот. По поводу укрытия. Не вижу смысла укрывать лаванду постольку, поскольку лаванда, она не боится морозов. Ну, я до этого черенковала, я ничего не укрывала, и все прижилось у меня. Без всякого укрытия. Поэтому укрывать черенки лаванды ни к чему. Вот. Вот моя, кстати, лаванда. Как уходит, ну это взрослые кусты, уходят на зиму. Ну, как мне стоит стричь, сейчас покажу. Это, как говорится, слишком коротко. Вот так делать не стоит, не надо. Вот один куст у меня я так взяла, подстригла. Второй куст я так... подстригла, да? Вот это неправильно, вот так не надо. Стричь на зиму. Вот. Вот, да? Вот это нормально. Ну, там моя грядочка. Вот так. Хорошо тут на даче у нас.
Бабушкина лавочка. Ты лавочки, ну вот эти. Я только сверху набила новую досточку. Вот так эта лавочка стоит тут давно. Вот. Сяду, посижу. Работы много еще. На весну планов много у нас. Мама калину рвет. Мы, это у нас уже 4-е ведро. Так, тут смородина. Такая красота у нас. Здесь очень хорошо. Так что вот так.